Они стали жертвой домашнего насилия. Вот такое грустное и грубое название приходит мне на ум для этого видео. Ой, действительно грустно и печально, но сама виновата, насильно поила тогда, когда это было не нужно. Вот такой хорошенький Dorset Horn. Адениумчик маленький. Вот во что превратился. Он мягенький такой. Даже не знаю, что сказать. В общем, комментарии здесь излишни. Вот еще один. Вот у него тут тоже вот такое вот мягенькое. Вот здесь есть пятно. Это явно черное гниение. И самое грустное, это вот эта вот подарочная прививка. Она просто вся вот, просто вся мягкая. А была такая красота. Она мягкая вся, просто ее тут спасать, нечего спасать. Вот вверху и до низу. Сначала прививка отсохла. Я думала, что просто она не прижилась. И это был уцененный адениум. У него был солнечный ожог вот здесь вот. Фу. Короче, грустинка, печалька. Август 22-го года всего-навсего. Но что имеем, то имеем. Не всегда все радужно и красиво. Бывают и разочарование. По ручкам надо, по ручкам. Не надо было столько поливать, не надо. Хотя соседи, вот три такие вот тушечки, двое соседей живы-здоровы. Необъяснимо, но факт. И копаться в этом не хочется. Желаю вам, чтобы такого у вас не повторялось. До скорых встреч, друзья!